Севастопольских педагогов поздравили с профессиональным праздником. 3 октября в преддверии Дня учителя власти города организовали торжественный концерт в театре имени Анатолия Васильевича Луначарского. Учитель – это творец, который создает миры, который создает человека, который ведет за собой по жизни всех своих учеников. Потому что, что бы ты ни делал, ты всегда равняешься на своего учителя, всегда думаешь о нем и стремишься ему соответствовать. Я от имени депутатского корпуса могу вас заверить, что на протяжении того избирательного процесса мы встречались с вами с педагогическими коллективами и так или иначе обещали улучшить жизнь педагогов города Севастополя. Я думаю, мы совместно с правительством приложим все усилия, чтобы вернуть педагогам надбавку за оздоровление, чтобы, придя после отпуска, вы могли с новыми силами, душевными, отдавать свое тепло, здоровье нашим детям. За многолетний и добросовестный труд лучшие педагоги были награждены званием «Заслуженный работник образования города Севастополя» и отмечены грамотами правительства, благодарностями губернатора и председателя законодательного собрания. К поздравлениям присоединились танцевальные и вокальные коллективы города. Напомним, День учителя традиционно отмечается в России с 1994 года 5 октября. В этом году праздник выпадает на субботу.